Декада инвалидов направлена на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам и правам людей с инвалидностью. В декабре в молодежном центре традиционно проходят ежегодные спортивные соревнования «Веселые старты» для детей с ОВЗ и инвалидностью. За победу в «Веселых стартах» поборолись 4 команды – чемпионы и спортсмены из молодежного центра, «Энергия» – школа номер 1 и «Дельфины» – школа ИКАР. Со спортивным праздником ребят поздравили представители духовенства и департамента по делам молодежи и спорта. Ребята участвовали в веселых эстафетах, бегали с мячом, оттачивали меткость, собирали пирамиду. Во всех испытаниях нужно было применить ловкость, быстроту и смекалку. В этом году ввели и интеллектуальный конкурс. Командам нужно было составить как можно больше слов, связанных со здоровым образом жизни. Сегодня было очень здорово, весело. Мне очень понравилась пирамидка. Все вот большие и маленькие там убежали все. И надо было собрать эту пирамидку и закончить палочкой. Кто быстрее, тот выиграл. И кто еще ровнее собрал, тот и выиграл. Каждый участник смог на соревнованиях бросить себе вызов, преодолеть внутренние барьеры и страхи, стать сильнее и увереннее в своих силах. В организации спортивного праздника помогали волонтеры клуба «Инсайт». Для ребят они проводили зажигательные танцы-анимации. Все стремятся всегда к победе, и это очень важно. И я считаю, каждый из участников стал победителем, потому что участие в соревнованиях – это прежде всего преодоление каких-то собственных, иногда внутренних преград. Здесь, наверное, каждый для себя стал победителем и каждый получил награду. По итогам эстафет золотую медаль получила команда спортсмены молодежного центра. Дельфины завоевали серебро, а бронза досталась команде «Энергия» из первой школы. Мне больше всего понравилось испытание с мячиком, самое первое, но было самое легкое. И вообще понравились соревнования. Спасибо организаторам за такие крутые и классные соревнования. Мы хорошая команда, хорошие дети, хорошие люди. Мы любим спорт. Победители, призеры и участники получили дипломы и подарки. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.